Перед отъездом из Таиланда мы отдавали все свои собачьи вещи местным знакомым, которые там оставались. Кто-то пришел, Иван. Кто-то пришел, София. Они не кусаются, не зерутся. Привет, ты кто такой? Привет, кто ты такой? Вы кто такие? Как тебя зовут? София, а что? Ничего, просто так спрашиваю. А тебя как зовут? А я не скажу, а дай понюхать. Эй, парень, давай знакомиться. А я не хочу знакомиться, я вот что сделаю. Эй, ты что делаешь? Ты что делаешь? Эйвен, он тут пометил. Ну-ка, дай понюхаю. Ты что тут пометил, а? Да ладно, ладно, что ты? Ну, что делаешь? Не знаю. Да ладно, ну что ты возмущаешься? Дай-ка я тебя понюхаю. Да ты не главный. А ты что, главный? Вообще. Ты главный, что ли? А? Кто сказал, а? Что он главный? Мам, он сказал, что я не главный. Я же главный, да, я же главный. Мам, я же главный. Эй, парень, сейчас я тебе покажу, кто тут главный. Сейчас я покажу. Да, Эйвен, сейчас тебе покажу, слышишь? Кто тут главный. Сейчас покажу, кто тут главный. Кто тут главный? Я главный, эй, понял? Эй, что? Эй, он главный, понял. Отстаньте от меня, я всего лишь приехал за вещами, которые вы раздаете говоришь, перед я отъездом. Тут наметить. Эйвен, да что, я нормальный, не ругай. Да я нормальный, дай понюхаю тебя. И вот-то мы узнаем, кто тут главный. Привет, а ты его хозяйка? Ну-ка, дай. Эй, не трогай его. Дай-ка я еще раз тебя понюхаю. Мне кажется, что? Что тебе кажется? Дай-ка. Ой, мужики, надоели. Мне кажется, я главнее. Эй, мужик. Эй, ты чё? Нет, я. Мама, скажи ему, что я тут главный. Сейчас я тебе докажу. Вот, понял, я главнее. Кто теперь тут главный? Кто главный? Ты маленький, я отстань. Вот, понял, Иван, главнее тебя. Отстань. Нет, вообще-то я главнее. Я главнее. Ты чё, с ума сошла? Значит, ты тут главный. Нет, я пошутила. Мам, а мы игрушку эту тоже отдаём? Да, она теперь будет моя. Давай, играй, ну кидай игрушку, давай! Да, а Софи приучилась. Давай! Вообще, глянь, такая смешная. Ну-ка. Кто мои дети? Буэно! Да я, Буэно! Я теперь знаю, как тебя зовут. Вам спасибо, что забрали. Да. Пошлите провожать. Пойдемте провожать. Побежали! А мама твоя поедет сейчас без тебя, будешь бегать. Не поедет она без меня, куда она поедет? Нет, говорит, она без меня не поедет. Ладно, останемся друзьями, пока, Буэно. Да. Пока, Буэно. Мы все равно ко мне. Да. Ай, молодец какой. Эйвен, Софи, вы идите пока, сюда. Вы пока, не едете. Пока. Пока. Вроде уже и не хочется из Таиланда уезжать. Ехали, а он да? И так озвучил, пометил. Кого догоним? Не догони. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.